Дата для профессионального праздника выбрана не случайно. Именно 3 октября в 1988 году были созданы первые отряды милиции особого назначения. В наши дни рязанский ОМОН – универсальное подразделение. Сотрудники подразделения задерживают преступников, участвуют в обеспечении общественной безопасности на соревнованиях и культмероприятиях, пересекают нарушения на воде. Взрывотехники выезжают на сообщения об обнаружении подозрительных предметов. Свой профессиональный праздник сотрудники рязанского ОМОН встречают в полевых условиях. Сейчас у бойцов проходит комплексное занятие. Это целый комплекс разных задач, которые сотрудники выполняют в течение недели. Сегодня отрабатывалось занятие по тактике специальной подготовки, блокирование частного домовладения, прилегающей территории, после чего осмотр внутри помещения и при обнаружении вооруженных преступников условных задержания или ликвидации. Подразделение постоянно выполняет служебно-боевые задачи на территории Рязанской области и других субъектов Российской Федерации. За высокие показатели в служебной деятельности, мужество и героизм, проявленные при выполнении служебного долга, сотрудники рязанского ОМОН более 300 раз награждались государственными наградами. Орденом мужества 15 человек, из них 6 посмертно. Медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени 41 человек. Медалью за отвагу 95 сотрудников. Медалью за отличие в охране общественного порядка 151 сотрудник. Со времени образования отряда при выполнении служебно-боевых задач на территории Северо-Кавказского региона погибли 6 сотрудников рязанского ОМОНа.